Добрый день, с вами Лина Стрэндж. Сегодня у нас с вами распаковка, и я думаю, что сразу и тестирование. Вот в этой коробочке наконец-то приехали лаки для стемпинга Лола. Очень бюджетный с Алиэкспресс. И вот здесь сейчас, вот здесь должны быть пластины, вот здесь, судя по всему, штампик. Я сейчас все это открою, и мы с вами все посмотрим. Ну, смотрите, вот здесь пластиночки. Это Тианксин, и это все копии от моей Лондон. Здесь штампик, я хотела вам показать, как в коробочке все. Они мне подарок подарили. Вот эти вот стразики я не заказывала. Это от них подарок. Разноцветные стразики. Какие они молодцы, как все уложили. Ну что, мне придется все это раскрывать. И с вами будем тестировать, потому что так все компактно. Вот здесь должно быть, по-моему, 12 штук. Сейчас все открою, освобожу пластиночки от верхней, по крайней мере, упаковочки, и все вам покажу. Я в восторге. Я все распаковала. Конечно, они молодцы, они упаковали прям каждый лак для стемпинга, каждый пупырчатую пленочку, аккуратненько все положили. Конечно, приятно, что подарочек тут мне положили. Стразики. Я люблю их крепить. Вот это я заказывала у другого продавца. Это штампик. Смотрите, как он сделал здесь. Ну, мы сейчас его попробуем тоже сразу же. Такой вот скривочек интересный. Сейчас. Все равно будем тестировать лаки для стемпинга. И протестируем это. И пластиночки. Мы их сейчас тоже будем сразу тестировать, пробовать. Это... Я специально заказывала пластинки, именно которые являются копиями пластинок My London. Вы знаете, я купила все пластинки My London, но которые вот есть копии на Алиэкспресс, я решила закажу там. Ну, зачем покупать? Вот это, по-моему, коллекция Артист называется. Есть там прям точно такая же. Вот это... То ли Артист, тоже не помню, какая коллекция, но там вот такие же масочки абсолютно есть. Классная пластинка. И вот эта пластиночка 06 Тианксин. Здесь такие милые тапочки. Не знаю, но я хочу их сделать вместе с вами, маникюрчик с ними. Я когда их увидела, очень классные такие интересные рисунки. Думаю, надо себе взять. Ну и, конечно, наши лаки для стемпинга. Боже мой, 12 штук. Я когда буду тестировать какой-то номер на черной подложке, я буду вам говорить, потому что такого разнообразия, конечно, 12 штук, когда получаешь. Но зато мы с вами сейчас посмотрим, стоит ли вам их заказывать. Я даже взяла, видите, тут два желтых. Один вот такой вот желтый, у меня есть такого формата от Николь Дарри. Я его покажу. Ну да, очень похоже. И такого же формата отказ. А вот это другой желтый. Видите, он такой вот более оранжевый. Ну, мы сейчас посмотрим. Я черные типсы приготовила специально. Вообще, чтобы посмотреть рисуночки. А по поводу пластинки. Вот на черные типсы мы сейчас, наверное, с вами сделаем. Пластиночку выберу. А давайте нашу проверенную вот эту вот от Bon Britti. С ней будем сейчас работать. Смотреть. Штампик тоже попробую. Он такой прям упругенький очень, я бы сказала. Штамп очень упругий. Я вам все номера напишу, которые у меня, ну, боже мой, их 12 штук. Давайте начнем. Возможно, с разочарования. 74-й это желтый. Я вот смотрю на это все великолепие и думаю, боже мой, куда это ставить-то буду? Ну, действительно, ставить, по-моему, некуда. Надо себе, наверное, для Лула будет отдельную какую-то стоечку. Мне кажется, он сейчас будет в зеленый отдавать на черный. Ну, просто уже видно.
Вот это, когда он полупрозрачный. Ну, конечно, меня сейчас, может быть, удивит. Не очень, кстати, лак. Ну, штампик отпечатается. Смотрите. Да. Вот этот вот 74-й, он, конечно, очень сильно. Еще, наверное, сильнее, чем мои, которые от Николь Дарри и от Каца отдают в зеленый цвет. Надеюсь, что он как бы на черной подложке будет хорошо смотреться. Но здесь это провал. Скребочек удобненький, а вот очень жесткий штампик сам по себе. Ну, возможно, для каких-то пластин он прям будет идеальный. Я сейчас буду их выкладывать здесь потихонечку, потому что мы с вами потом будем еще все рисунки смотреть на белый. Просто листочки возьмем на белом листочке и посмотрим пластиночки. Хотя бы частично какие-то. Ну, хотя с таким 12 штук, наверное, со всеми посмотрим. Взяла другой штампик от моего Лондон. Он мне очень нравится. Ну что, давайте возьмем еще один желтый. Сделаем его. Очень туго, конечно, закрыто все. Он даже какой-то оранжевый. Он оранжевый, он не желтый, он именно такой оранжево-желтый. Скребочек неплохой. Очень яркий, конечно, на типсе. И очень даже неплохой на черной подложке. Да, черный цвет просвечивает, но он очень даже неплохой. Вот желтый, конечно, совсем как то, что уже было у нас. А вот этот вот оранжевенький очень даже неплохой. Смотрю на это великолепие и думаю, боже мой, что дальше-то пробовать? Ну что, давайте два розовых цвета. Один вот светло-розовый, другой поярче розовый. Такая прям фуксия какая-то. Очень туго закрытая. Но это хорошо, с одной стороны, потому что хотя бы в дороге ничего не пролилось. Ну, мне кажется, розовый хороший должен быть. Сейчас мы проверим. Да, так и есть, смотрите. Очень даже неплохой розовый. Это светло-розовый, а я вам номера, простите, не сказала. Вот этот вот оранжевый, это 19-й, очень даже неплохо смотрится. А вот этот светло-розовый, 93-й. Я думаю, они на светлом цвете вообще круто будут смотреться. Дождалась я свою посылочку. Вот этот 04, он очень яркий, мне кажется, он прям сильно даже яркий. Какой плотненький. Люблю плотного для стемпинга, конечно. У этих лаков для стемпинга, что меня радует, это цена. Хорошо видно, смотрите. Если прям сильно придираться, что да, там, о, кстати, под коврик прям, что да, там где-то есть проблески черного цвета, там чуть-чуть, там где-то проглядывает. Но для своей цены, извините, 155 рублей. Очень хорошие. Так. Какие? Давайте красный еще попробуем. Он, кстати, ну нет, на тон разница есть. Возможно, близкий, знаете, с каким-то красным.
Нет, он вообще другой. Смотрю я на эту красоту. Так, красный у меня 89 номер. Он тоже, кстати, плотный. Плотненький, плотненький цвет. Но блекло смотрится на черный. Он смотрится больше. Сейчас вам покажу поближе. Коричневый ходит. Он не яркий. Смотрите. Он прям в коричневый ходит. Это вот второе разочарование. Первое — это желтый. 74 и 89 красный. Вот их не надо брать, если соберетесь. Они вам не нужны. Ну, прям эта пластиночка. Тестирую на ней, тестирую. Так, предлагаю, давайте пробуем зелененький. Посмотрим. Красивый. Сейчас посмотрим. И яркий на типсе. Посмотрите, насколько он яркий. Очень классный. Это прям круто. Зеленый у меня. Там, кстати, несколько цветов зеленых. У меня 56-й вот этот. Мне не хватит сейчас. Выкладывать мне не хватит. Еще по своим цветам тут смотрю. Вот этот, судя по всему, тоже металлический. У меня вот есть вот такой вот металлический. А это еще темнее. И вот серебро я взяла. Металлический мы отдельно с вами попробуем. А вот матовые вот эти вот. Сейчас все попробуем. Ну что, давайте голубой. Такого у меня даже голубого. Что-то было похожее от Геналиши, тот не такой. О, он вообще прозрачный. Мне кажется, он сейчас сольется у нас с черным. Да, он вообще такой, смотрите, прям прозрачный-прозрачный. Нет, видите, видно его. Как ни странно, его видно. Он такой серо-голубой, вот он также и на типсе опирается на черт. У меня вот этот голубой, там, кстати, тоже он не один голубой. У меня 29-й. Боже мой, это столько их. Я смотрю, думаю, боже, куда все это девать? Ну, теперь я вот это вам показала, как делать. Я сейчас сотру все. Ну как, верхнее покрытие только сотру и буду делать дальше. Так, вот этот вот красивый синий, это 71-й. Очень красивый. Сейчас посмотрим, какой он будет. Кстати, мне скребочек классный. Скребочек мне понравился. Я вообще-то приемлется карточек. Этот скребочек классный. Синий этот видно, но не так ярко, как хотелось бы, но видно, вот его видно. Их вообще все видно, как бы, но вот ужасно вот смотрится вот этот желтый, 74-й, ужасно смотрится, в принципе, красный, 89-й, а все остальное, в принципе... Ну вот этот синенький, как бы видно, но как бы нет, 71-й. Его все-таки на светлую подложечку. Тогда будет, я думаю, что все хорошо. Так, мне надо как-то сейчас
разложить типсы, чтобы их вроде как были к цвету и каким-то образом, да, потому что я вообще ничего не понимаю, что здесь у меня. Уж и места не хватает. Красный. Не менее. Зеленый очень классный. Прям вот зеленый, да. Голубой. И опять же синий. Вот так, по крайней мере, есть куда еще. Так, сиреневый пробуем. У меня 90 номер. Какой красивый. Он, мне кажется, плотный, кстати говоря. Плотненький цвет. Красивый цвет. Да не все красивые. Его очень классно видно. Вот этот цвет. Всем скажу номер. Это 90. Его очень классно видно. Прям очень здорово. Сейчас я его так вот положу рядышком. Вот так, наверное. Остался синий прям совсем. Серебро осталось. Ну, после того, как я, конечно, золото попробовала, их хотела, чтобы у меня еще серебро было, посмотреть вообще, что там. Красота, не красота. Синий, который у меня 84-й, он прям темно-темный синий. Мне кажется, даже темнее, чем у Никульдари. Посмотрим, будет ли вообще его видно. Нет, его как бы видно, но он так сливается, потому что он сам по себе очень темный. Его практически здесь и не видно. Но я думаю, очень классно будет смотреться он на светлой подложке. Вот сейчас как у меня подложка, он будет классно смотреться. А так его вообще не видно. Потому что, ну, он прям как черный. Ну что, серебро. Так, серебро потом. Давайте сиреневый. Вот этот 31-й. Он должен быть шиммерный. Да, он такой есть. И темнее. Он такой синий-сиреневый. Вот тот сиреневый прям, а это такой прям синий-сиреневый. Посмотрим вообще его. На черной-то подложке его видно будет. Есть смысл какой-то этого действия. Ну вот он на черной подложке. Вот такой только. Вот этот более сиреневый, а этот вот. Его видно. Их, в принципе, все видно. Вот единственное, что самое плохое, это, конечно, желтый. Самый плохой. И красненький вот этот. Вот, не очень. Все остальное видно. И причем достаточно так нормально видно. Особенно кто не любит там выделять какие-то рисунки, а хочет просто как-то интереснее маникюр сделать. Ну что, серебро. Серебро — это 21 цвет. И попробуем все цвета на белой подложке. У нас он пластиночку. О! Слушайте, здесь серебро по консистенции, как бундрите. Вот реально, по консистенции это бундрите. Вот мне такое серебро пришло изначально у бундрите. Да. И по цвету. Это бонбрити, это серебро бонбрити. Вот. Можно не тратить деньги на бонбрити, а купить лула серебро. Вот это вот. И оно в один в один.
Очень классный, 21-й это. Даже не знаю, как положить. Ну, сказать, что я рада, это, наверное, ничего не сказать. Я ждала эту посылку, я очень хотела их попробовать. Вам показать. Теперь вы видите, какая красота вообще может быть. Они бюджетные, они очень бюджетные, эти лаки для стемпинга. У них достаточно экономный расход. Они не быстро сохнут. Это вот вообще их плюс огромный. И, конечно, потрясающая палитра. Вот, которую мы с вами попробовали. Я думаю, вам в камеру их видно. Я вам сейчас их буду показывать на белой подложке обязательно. Не на белой подложке, а просто на листочке. Прям буду брать, показывать, и чтобы вы видели. Я не советовала бы вообще брать из этих цветов. Я думаю, что пока что два, да, вот это 74-й. И 89-й, потому что на черной подложке они хуже всего смотрятся. Все остальные очень даже ничего. Давайте возьмем Чанксин. Это 0,6 пластиночка. Сейчас я их опять так вот выставлю. Все наши лаки для стемпинга. Типсы вам еще раз в конце покажу. В принципе, могу бы даже здесь как бы оставить, так вот сдвинуть их чуть-чуть, чтобы вам было видно, но при этом не сильно все это загромождалось. Великолепие все это. Я думаю, вам видно. Беру пластиночку. Ну, очень прикольные эти тапки, конечно. Я думаю, что их очень красиво можно на маникюре выкрой, тем более вот с такими цветами. Хорошая гравировочка, что говорить. Пробуем. Желтый 74-й. Ну, он видно, он, ну, извините, у этого Николь Дарья не хочет, он уже все. У Николь Дарья эти же лаки для стемпинга. Ну, вот такой же желтый абсолютно. Он такой же по качеству. То есть ничего не поменялось. Его также не видно на черной подложке. Но лучше взять тогда уж Лула. Чем брать Николь Дарья. Ну вот он. Смотрите. Ну вот такие цвета желтые, их на белом фоне не очень-то видно. Вот тут надо будет поаккуратнее с фоном подбирать. С другой стороны, его и на черном видно не будет, но и на белом его тоже не видно будет. Желтый у меня 74-й, который я не советую. Следующий. Желтый тоже, но он такой желто-оранжевый, 19-й цвет. Прикольные эти тапки, я хочу с ними делать маникюр. Они настолько прикольные. Вот этот желто-оранжевый, смотрите, какой яркий. Вот его и советую. С удовольствием буду с ним делать маникюр. Это 19-й номер. Давайте, у меня тут рядышком стоят сиреневый и синий, по-моему. Прикольная плиточка вообще, я в восторге с нее.
Такие тапки классные. Надо их как-нибудь на мои ногти разместить. И я думаю, это будет очень классно. Так, розовый 93. Такой нежный, нежный. Но он не совсем нежный розовый, у меня есть нежнее. Но это прям... Смотрите, какой розовый классный. Все, мы... я сейчас сотру вот этот маникюрщик и сделаю тапки. Даже хочу тапки. Хочу маникюр с этой пластиночкой. Давайте возьмем тот следующий розовый. Вот этот был 93-й. А этот яркий, он прям как мой коврик 04-й. Они, главное, вот эти лаки для стемпинга, они вообще в хорошей доступности. Берите, заказывайте на Алиэкспресс. Там очень классный продавец. Посмотрите. Вот это вот посветлее, а вот это прямо яркий такой. Ну, я, кстати, заказывала так посмотреть, чтобы понять, какие цвета будут. Давайте красный сразу отпечатаем, а потом я почищу пластиночку. Надеюсь, что красный будет сейчас красиво смотреться на хотя бы на светлом фоне. Да, на светлом фоне красный очень красиво смотрится. Прикольно. Красный, который у меня 89-й. У меня такой великолепный теперь есть. Вот как после такого не творить? Конечно, будем творить. Я сейчас прям займусь. Так, возьмем 71-й. Такой цвет красивый. На самом деле, очень. Вот прям вообще кеды. Вот он цвет. Ну, шлепочки давайте зеленым отпечатаем. Такой прям. Не перепутать, что я еще не отпечатывала. Тут даже прям сланцы. Прям вот сланцы, сланцы. Круто. Сланцы очень крутые. Посмотрите. Цвет красивый. Вообще, я советую эти лаки для стемпинга. Знаете почему? По сравнению с пинпаем, который я уже видела кучу видео в ютубе, какие они ужасные, что они вообще там не работают. Лула просто обалденный. Так, давайте вот этот голубенький 29-й, голубовато-серый такой. Я думаю, что как развивается лула, то они вообще еще лучше скоро станут. Смотрите. Круто же, вообще очень здорово. Чем вот этот вот сиреневый, это 29-й. У нас два тапочка, лака для стемпинга. Ну ладно, мы сейчас синенький возьмем, 84-й. Потом возьмем какую-нибудь пластиночку, которую мы там еще тянксин есть. Это было разные пластиночки, но сейчас ладно. Синий красивый цвет. Вот смотрите, причем вот это раз, два, три, четыре, пять, это прям балетки.
Надо с ними прям маникюр сделать. Хотя вот здесь тоже болит. Не знаю, так классно, конечно. Чё, можно их все разными сделать. Надо просто посмотреть, как они на вот эти лаки для стемпинга будут смотреться на этом цвете. Я вот эту пластиночку все-таки уберу уже. Хватит ее. С ним что-то делать. У меня там осталось 3 лака для стемпинга. Ну, сейчас синенький еще что-нибудь там сделаем с ним. Возьму вот такую 19 оттенок. Ой, 12 оттенок син. Сейчас мы какой-нибудь тут узор перенесем с нее. Вот этот классный. Слушайте, я и с этой пластинкой уже все хочу. Их вообще можно 5 разных брать на все ногти. И это будет очень круто. Интересно, успею вот эту часть? Успела. Смотрите, какой цвет. Вот мула, он не быстро сохнет. Он вообще не быстро сохнет. С ним можно спокойно переносить рисунок. Да, мне там хочется, у меня Мунда Дунис мне иметь. Они у меня вот 8 штук стоят, 8 еще заказала. Ну еще, кстати, трек номер продавец не прислал. Да, я не спорю, что Николь Дарья очень неплохие лаки для стемпинга. Если бы сохли еще помедленнее, вообще было бы классно. Но у них отличная пигментация, потрясающая, конечно, просто. Но Ула очень достойный, я бы сказала, продукт. 90 сиреневый. Хочу вот этот рисуночек. Пластиночки вот эти, опять же, они копии. Но хорошие копии, я бы сказала, достойные. Успею? Успела. Смотрите. Красивый цвет, очень красивый. Ну, за 55 рублей, согласитесь. Есть что, как так сказать, посмотреть. Ну, с этим рисуночком, я думаю, вам все понятно. С пластиночкой тоже. Мы лучше сделаем с вами маникюр. С ней. Потому что она, конечно, классная. И цена бюджетная. По сравнению с оригиналом, я бы сказала, очень бюджетная. Я, в принципе, из-за того, что вот эти пластиночки нашла копии, не стала брать их на оригинал. Потому что в оригиналах я их тоже видела. Как раз когда ездила в El Corazón, смотрела там все. Могла их взять за 360 рублей, но в результате, по-моему, они 60 рублей что ли стоят. Может быть, даже меньше. Потрясающая пластина 0,8. Классная эта гравировка. Я прям чувствую. Сейчас мы тут поделаем масочки. Ну, представляете, с масками маникюр сделать? В стиле карнавала. Как-то их интересно расположить можно. И сверху, и по диагонали. Ну, вот это вообще, мне кажется, вот это куда же качество лучше, чем те две. Давайте я еще какие-нибудь покажу тут. Как ни странно, вот это шиммерные все-таки лаки для стемпинга. Ула лучше. Упадет. Да, я все три успела сделать. Смотрите, это великолепие. Я прям готова для маникюра. Но первое, я думаю, делаем тапки, а потом уже делаем все остальное. Балетки, тапки. И давайте серебро, но серебро. У меня вот Бонбрити стоит, Николь Дарри стоит. Вот он, Бонбрити. Кстати, Бонбриди такой же и золото.
Вот он такой же по консистенции, тягучий. Николь Дарри не такой тягучий, но вот Бритти это прям один в один. Вот Лула, как будто из одного места, действительно, вот они сделаны. Вот он стоит аж. Вообще, в один в один. Плотный, очень плотный. Быстро сохнет, так же, как и Бон Бритти. Вот Бон Бритти у меня быстро сохнет, потому что он прям такой плотный этот. Ну, к сожалению, серебро не так хорошо видно на белом, на черном. По поводу штампика, который мне пришел, я его заказывала попробовать. Мне стало интересно, что за штампик. Он жесткий. Я думаю, что вот где не очень хорошая гравировочка, он должен, по идее, хорошо сработать. Ну, конечно, заказ, это же господи. Я просто такого еще количества лаков для стемпинга не получала. Вот еще раз наши все свотчи. Я не советую из этих всех лаков для стемпинга, которые теперь у меня просто огромная куча, смотрите. Но мне нравится, что у них дизайн прям сохраняется. Такой прям, вот такие миленькие. Не советую вот этот вот 74-й, он мне не очень. И не советую мне этот. Вот этот вот 89-й, я его не советую, а в принципе все остальные очень даже классные. Штампик, но я ссылку не оставлю, он вообще какой-то жутко бюджетный был. Единственное, что пытается резиновую посылку. Классно, что здесь эта штучка, но она, кстати, вон тут где-то выгнута уже. Жесткий он. Я его не бафила, и то он как бы нормально. Кстати, не очень. Там же не очень глубокая гравировка у Тианксин. Ну, я думаю, мы с ним еще поработаем. Он, конечно, не будет стоять вот только в таком виде, но он милый, розовенький. Я вот тут поставлю его сбоку себя. Теперь буду пользоваться. Скребочек очень даже неплохой. На самом деле. Я сказала, что очень неплохой. Вот этот вот. Мне вообще больше карточки все нравятся, но здесь вот как-то удобно прям держать его. И вот с этим штампиком, кстати говоря, мне должен был прийти штампик, который я вот у Николь Дарри брала. Но у Николь Дарри я убрала за 150 рублей, а там за 50 у меня идет. Я хочу проверить, есть ли смысл вообще переплачивать. Ну и великолепные пластиночки. Я все вам напишу. 08, 06, 12 это вот копии от пластин My London. Поэтому вот кого заинтересуют эти пластиночки, потому что меня спрашивала уже девушка, писала про мороженое пластинка, которая есть у My London. Ну не видела я такой, если увидите, конечно, там пишите, там делитесь в комментариях. Ну вот это очень классно. Вот это тоже классно. И это тоже. Вообще они все три, они классные. Ну что, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, обязательно комментируйте мое видео. До новых встреч!